Дорогая моя Оля, я тебя рада видеть, что мы сегодня с тобой вообще собрались, чтобы обсудить, что такое чай за церемония. Мне кажется, этот эфир будет полезен тем, кто в целом интересуется разными системами самопознания, саморазвития, вообще готов и хочет выйти на новый уровень ощущения себя, ощущения людей вокруг, вообще ощущения пространства, связи. Вот вообще с духовным миром, но не очень понимает, как это сделать. Мы сегодня как раз поговорим про твой авторский метод, и повторюсь, что я буду задавать вопросы, возможно, тупые, Ален, возможно, на которые ты уже 10 тысяч раз отвечала. Но мы это делаем для того, чтобы вот еще, ну, такой, да, просветительскую такую цель мы с тобой преследуем, чтобы вот, да, рассказать про, раскрыть всю красоту чайной церемонии, как она может помочь всем, ну, абсолютно любым, всем людям во многих ситуациях. Вот, поэтому такой задумали с тобой эфир, именно познавательный, как, знаешь, это сейчас мне подумать, что, где, когда. Вот будем рассказывать про чайную церемонию. И потому что много наверняка вопросов, раз они у меня возникли, я предполагаю, что тоже похожие вопросы люди задают, которые читают тебя в канале, которые будут смотреть это видео где-то в других соцсетях. Вот, постараемся, я буду задавать простые вопросы, вот, будет здорово, если ты тоже максимально просто будешь отвечать, чтобы это было, да, чтобы это было понятно, вот, ну, в любом случае... Можно пересматривать, если кто-то что-то не поймет, можно запись пересматривать несколько раз, что-то новое всегда для себя. Лично вопросы, да, вот если ничего не будет понятно даже после нашего видео, можно мне задать вопросы лично. Да, такое бывает. Ну что, начнем? Такое пространство, мне кажется, создалось, такое плотное какое-то, я так его ощущаю, такое пространство, знаешь, такое вот готовое... Вот эти знания, которые у тебя есть, вот которые готовы принять все эти знания и показать это все. И даже более того, я чувствую, что в нашем вот этом пространстве есть определенные наши проводники духовные, да, вот я прям физически ощущаю. То есть, когда ты начинаешь практиковать там чайную церемонию или рейки, то связь вот с духовными проводниками, вообще с своим высшим я, она становится такой ощутимые очень. И я вот сейчас почувствовала, как в наше пространство пришли наши духовные помощники, духовные проводники. Я благодарю, очень приветствую и буду рада, если нам окажут поддержку наше высшее я. Наши проводники духовные, ангелы, архангелы, пусть будут, да, в этом пространстве. Все те, кто пришел к нам во имя света и любви, мы рады видеть. Да, большая благодарность им за это. Ну что, Аленушка, мой первый вопрос, ну, такой очень стандартный. Что вообще такое чайная церемония? Как бы ты это объяснила вот человеку, который, может быть, совсем не в теме? Вот, там, может быть, 7-летнему ребенку, может быть, человеку, который не очень вообще в теме каких-то энергетических практик, или в теме, но так, пока вот присматривается. Вот как бы ты объяснила, что это для тебя? Ну, знаешь, дорогая, вот есть чайная церемония традиционная, и она про что-то вот свое, да? Есть чайная церемония, которая у меня вот прошедшая через много веков, через разные опыты, через разных мастеров, и вот дошедшая до меня, и вот как я это передаю, это немножко другое. И несмотря на то, что обе они называются церемонией и присутствует похожая посуда, но не одинаковая, да, то есть я тоже расскажу, в чем разница в посуде, но слово само церемония, оно про состояние, про такую жреческую роль, скажем, про, знаешь, про духовное что-то, про состояние, про выстраивание в духе, про некий ритуал, что ли, на самом деле. Вот в этом есть какая-то вот такая история про ритуал, да, вот именно в том смысле, что благодаря этому можно перейти из одного состояния в другое, это как такая инициация, переход.
Вот ты пришел, вот у меня часто такое бывает, что я утром просыпаюсь, там помятая такая, вот, что дети там будили ночью, не выспалась, и ты вот садишься вот в состоянии такой лохматой, какой-то замученной мамани, вот, и выходишь в совершенно другом состоянии, понимаешь? То есть это такое вот за короткое время возможность перехода в другое состояние. Поэтому это, естественно, это не про попить чай, это не про поболтать, это не про, вот как мы обычно понимаем, все, что связано с чаем, здесь совсем про другое, здесь вот больше про переход из одного состояния в другое, в состояние ясночувствования, ясновидения. Поэтому... Такое более ресурсное, да, такое более спокойное, более соединенное вот со своим внутренним высшим «я». Ну, вообще, весь мой метод, он про это. Он про то, чтобы соединяться со своим высшим «я» вот в каждый момент времени, да, ну вот. То есть, вот знаешь, вот у нас есть какой-то идеальный путь в нашей жизни. Не тот, который мы от мозгов себе там запланировали, там, выйти замуж, родить троих детей, там, купить Бентли, уехать в Монте-Карло. Нет. У нас есть какой-то вот план души, какой-то план, с которым мы пришли сюда. И чайная церемония, она помогает вот максимально этого плана держаться. То есть вот сейчас вот людьми очень много манипулируют, люди в страхах живут, в 95% случаев, даже больше, я бы сказала. Многие живут в состоянии страха, выживания, в состоянии какой-то вот белка в колесе, да, и они уже там, знать, забыли про свой план души и вообще душу стараются не слышать, потому что... Когда человек слышит душу, а условия невыносимые, то это очень больно. И люди стараются закрыться максимально, чтобы не слышать, чтобы просто уж как-то выжить, понимаешь? Фух, даже страшно про это рассказывать, потому что у меня тоже такое было, как бы точка, откуда я начала свой духовный рост, она тоже была такая страшноватая, неприятная, много об этом говорила. И книга у меня есть, да, как бы там тоже можно почитать, откуда вообще чайная церемония у меня взялась в моей жизни. И о чем мы с тобой говорили, я уже забыла. Я хотела тебя спросить, уточнить, про какую книгу ты сейчас говоришь, в какой твоей книге про чайную церемонию, у тебя же несколько их. У меня две на данный момент книги, я ничего не обещаю, книга о внутренней свободе и вторая книга про материнство, про вхождение в роль матери, да. И да, и первую книгу, которая была вот 10 лет назад написана, она... Там про чайную церемонию, да, как раз? Ты там есть про чайную церемонию, есть про тот период жизни, когда очень много трансформаций в моей жизни происходило, в том числе благодаря чайной церемонии. И интересно наблюдать даже, вот если человек, допустим, возьмет эту книгу и почитает ее. Я очень со многими вещами уже не согласна, я сейчас думаю совершенно по-другому, уже другой духовный уровень. Да? Там, ну, хотя я еще как-то Шанхай Оракул, до какого-то хорошего духовного уровня. Да? Но если почитать то, что было там, можно проследить, как менялось мировоззрение, как менялась моя жизнь вот, на протяжении 30 лет. И с чего там начиналось, что сейчас можно понаблюдать, да? Когда это живой человек, интересно наблюдать вот эту динамику роста, да, как происходит развитие. Я думаю, что многим будет даже то, что ты говоришь, что с чем-то ты уже не согласна в этой книге. Я уверена, что люди, находясь на определенном этапе развития, даже сейчас найдут в ней много пользы для себя, просто вот потому что им будет что-то актуально откликаться, да. Поэтому не ждем третью книгу, Алёнушка, чтобы ты уже написала про следующие свои этапы. Но возвращаясь к чайной церемонии, ты говоришь о том, что это вот такой инструмент, ну, как бы такой локальный, можно вот в моменте, да, там с утра встать, попить чай, немножко гармонизировать, да, состояние. И вот это можно сделать быстро, легко, самостоятельно, да, не надо никому ходить, никому звонить. Вот это просто, да, вот такой, ну, такой инструмент самопомощи. Вот это, да. Это один, да, такой, как, ну, вариант, он не единственный, но вот один из того, что ты сказала. И второе, такое, то, что можно благодаря чайной церемонии, что такой более глубокий уровень, это когда регулярно мы практикуем чайную церемонию, и это позволяет нам вот идти по своему пути, продолжать двигаться, слушать себя. То есть как будто уже такой более глубокий смысл в этой чайной церемонии закладывается.
Ну да, смысл в том, что вот есть, да, Божий план у нас, есть план души, и хорошо бы в этой жизни его придерживаться, да. И как бы чем, смысл в чем, что чем меньше мы от этого своего пути предназначения отклоняемся, тем меньше мы получаем, да? Тем меньше у нас каких-то проблем, тем меньше у нас каких-то... Потому что на самом деле Вселенная к нам очень дружелюбная, и все, что мы воспринимаем как проблемы, трудности, беды какие-то, это все о том, чтобы просто нас поправить на наш жизненный путь, чтобы нам так хорошенько, чтобы мы услышали, что что-то не то, и задумались, что-то не то, и прислушались к своей душе. Вот именно это как бы основная задача вообще трудностей в нашей жизни, да, почему они возникают, почему они приходят, испытания какие-то, как у тебя тогда, да, мне после развода, а это открыло тебе в реализацию твою дверь, да? Путь, да, да, показала. И так часто бывает, что... Но человек может избежать таких серьезных стрессов в жизни, если будет по-доброму слышать свое высшее «я». Если не надо человека пинать, его никто пинать не собирается. Вселенная очень дружелюбна. Наоборот, чем ты лучше слышишь свое высшее «я», тем больше ты на связи с собой, вот там, наверху, да, своим источником, тем более легко, тем больше каких-то бонусов тебе жизнь дает, больше чувствуешь поддержки, больше чувствуешь, что как бы вся Вселенная, она рада тебе помочь. И наоборот, когда ты идешь куда-то в другую сторону от своего предназначения, Вселенная все время так дзынь, там, прилетает по-разному. Да, но прилетает, и ты понимаешь, что что-то не то. Так вот, собственно, вот за этим это и нужно. Да, да, то есть в чайной церемонии, да, получается, что я вот от всего такого ненужного наносного как-то освобождаюсь, и у меня такой прямой доступ, да, к своему высшему «я», благодаря вот этому ритуалу, вот этой церемонии. Алена, расскажи, пожалуйста, вот, да, возможно, те, кто вообще еще пока не сталкивались с этим, имеют такое очень общее представление, вот, ну, как это выглядит вот в реальности? Сейчас очень, может быть, такой простой вопрос, очень конкретный. Но, возможно, да, людям, которые не понимают, что это такое, мы с тобой говорим чайная церемония, потому что я была у тебя, и ты, да, сколько уже проводишь в этот метод, придумала. Но вот те, кто вообще не понимает, что это, вот если вот про конкретику, как это выглядит? Вот что увидит человек, который увидел тебя со стороны, когда ты проводишь чайную церемонию? Как бы он описал это? Ну, со стороны это выглядит так, что вот у меня как раз напротив, на моем столике стоит посуда моя чайная, да. Чайная церемония, вот чем отличие от традиционной, да, где мы просто используем вот такие чашки, просто чай пьем, но как-то слушаем его там разным способом, но не с помощью такой второй чашки. Вот двойные чашки, они очень редко встречаются, но именно их я использую всегда в чайной церемонии. У меня однажды так один человек сказал, что «Алён, я теперь понял, как ты слушаешь чай, ты делаешь вот так». И говорит, берет стакан и прикладывает ухо к чаю. Так, очень смешно, но на самом деле это не так, конечно, происходит. То есть люди, которые далеки от этого, реально думают, что я сбрендила и слушаю чай. Но не совсем так. Я с помощью чая можно, точнее, знаешь как, чай играет в этом роль, но не всю. То есть, да, действительно, в церемонии, в моем методе, используется особенный чай. Особенный он тем, что он проводит тонкий план. То есть у него такая духовная есть составляющая, а это зависит от того, где произрастал чай, на какой где он произрастал, на какое вообще место. Потому что вот здесь, на Цейлоне, достаточно сложно было найти такой чай, который мне нужен для чайной церемонии, но он нашел, он здесь есть. Китайский чай, опять же, не весь подходит, да, тоже не весь. И когда я обучаю методу, я рассказываю, какой подходит, какой не подходит. Что его именно у меня нужно покупать. Нет, это нужно просто вот уметь определять, какой подойдет, какой нет. И, как правило, это просто более дорогой качественный чай, который более высокого сорта, но, опять же, не всегда. То есть нужно прямо вот его слушать, взять баночку, понюхать его, и как он откликается у тебя вот в районе третьего глаза, да, включает ли он там какую-то для тебя историю, какую-то трансформацию, момент, когда ты его слушаешь. Даже когда человек приходит, выбирает у меня чай для чайной церемонии, или когда я готовлюсь там, к чайной церемонии, если это онлайн,
то я всегда слушаю, даже вот у меня несколько сортов чая, но какой-то особенный, определенный, больше подходит для церемонии с каким-то конкретным человеком. Даже если мы пьем с ним чай онлайн. То есть, ты понимаешь, что... Это вообще, кстати, уникально, да, что вот это все насколько безгранично вообще, да, вот, ну, влияние и вообще то, как в мире в нашем все устроено, что ни расстояние, ни онлайн ничего не препятствует вот этой связи и вообще вот этой проведению этой церемонии. Но смотри, получается, что чайная церемония начинается с чая, да, и ты на курсе своем рассказываешь именно, какой выбирать, на что обращать внимание, там, да, у тебя есть какие-то, ну, рекомендации именно, да, в обучающем своем курсе ты про это много говоришь, потому что это вот прям основа основ, да, чайная церемония без чая, это уже не церемония. То есть она начинается с чая, нужно выбрать чай, ты выбираешь чай из посуды, да, то есть специальная посуда, вот ты показала, что это не просто такая пиалка, а именно пиалка, две пиалки. Но опять же, если я просто консультирую человека, то ему ничего не нужно, ни чайной посуды, ни чая даже. То есть, если он выбирает обучаться этому методу, то да, конечно, когда он открывает материалы, да, открывает мой курс, то, конечно, я об этом говорю и этому уделяю внимание, естественно, потому что посуда там, она почти такая же, как в традиционной чайной церемонии, но вот ключевая особенность именно в этих чашках, да, а это очень сильно меняет вообще весь контекст чайной церемонии, вообще смысл чайной церемонии. Вот, например, я вот сегодня когда-то спросила у меня еще до эфира, с чего началась твоя вообще история в чайной церемонии, я поняла, что она началась лет больше 20 лет назад. И именно с традиционных чайных церемоний. То есть, знаешь, как вот так, ну, тогда... 20 лет назад примерно, да, меня очень часто приглашали на свидания мужчины именно в чайные Москвы. То есть то ли это просто такая категория людей, вот с кем я взаимодействовала, что они в духовном росте и развитии как-то, да, то ли это было очень модно в Москве в те годы, я не знаю, да, но вот половина каких-то встреч у меня всегда проходила в разных чайных вот, домах Москвы. И это, естественно, была обычная, традиционная чайная церемония. Не такая, которая у меня сейчас есть. Ну, просто для удовольствия попить чай, как-то успокоиться, пообщаться, вот в таком плане. Да, то есть вот меня высшее я еще тогда вот начало как-то кружить вокруг чайной церемонии, но мне это тогда в душу не запало никак. Ну, то есть, ну, красиво, но чай, ну, ни о чем вообще. То есть мне это вообще никак не отразилось во мне. Понимаешь, то есть, ну, здорово, но я никак это не сопоставила со своим путем как-то вообще, что это мое, что... Ну, что-то отложилось у тебя на каком-то вот уровне, может быть, бессознательном? Или тогда нет? Ты знаешь, наверное, вот эта красота, эстетика мне было приятно. Но все-таки вот когда я познакомилась именно, то есть через моего мастера, у кого я училась рейки, мне пришла именно чайная церемония в виде вот с двумя чашечками. Через эту прекрасную женщину я, через моего мастера рейки, я познакомилась именно с таким способом, да, что можно не просто пить, но еще считывать информацию через... с тонкого плана, да, с помощью чайной церемонии. И вот мне тогда это просто вот откликнулось. То есть я поняла, что вот оно что-то такое, что-то интересное, что-то связанное с ясновидением, что-то связанное с чтением тонкого плана. И поскольку у меня, ну, было к этому явно какое-то расположенность. Я не умела читать тонкий план, у меня не было никакого ясновидения на момент, когда я начала этим заниматься. То есть это все развивается. То есть, да. Начнем с этого, что у меня какого-то дара, таланта от рождения не было. Это все развивалось в процессе с помощью рейки, с помощью чайной церемонии, с помощью практикования этого. И родилось уже какой-то метод рабочий, когда вот человек приходит ко мне с нуля, и я могу с нуля его научить до уровня «я мастер,
я вижу, я провожу это для людей, я читаю тонкий план, у меня есть ясновидение, да. Причем, ну, как бы абсолютно с нуля. То есть человек, который был далек от этого абсолютно точно, есть очень много у меня этого подтверждений, может до этого уровня дойти, у меня есть специальные для этого инструменты, и это очень круто работает. Ну, вообще это удивительно, я хочу сказать, что кажется, что когда, ну, когда встречаешь таких мастеров, ну, таких очень глубоких, серьезных, да, вот как ты, ну, или в каких-то других сферах, там, людей, которые очень много там умеют, знают, кажется, мне точно, что вот люди с этим родились, вот они такие, знаешь, родились, и они вот сразу такие стали, вот в детский сад пошли, и все, и сразу, значит, такие всем там считывают тонкий план, значит, в школе там, я не знаю, подсматривают ответы правильно, и вообще используют. И для меня, ну, вот я в своей жизни с этим столкнулась, когда пошла учиться петь. Я вообще не поющий человек, ну, у меня нет музыкального образования, у нас в семье ни у кого нет музыкального ни образования, ну, ни каких-то там особых талантов, да, ну, дара такого. И я когда пошла на вокал, мне моя педагог, просто лучший педагог по вокалу вообще, которого я знаю, она сказала, что петь можно научить и осла, но это известная поговорка, но я в нее не особо верила. Но когда я сама поняла, что петь можно научиться, что это правда навык, что это, ну, вот такая навыковая история, что, ну, это вот, этому можно обучиться. И я вот понимаю, что про чайную церемонию, про то, чтобы научиться, да, работать на тонком плане с вот, да, ясновидением, это, безусловно, уже такая третья, да, или четвертая уже ступень чайной церемонии. Да, сейчас я тебя спрошу про первые две, но вот просто к тому, что этому можно научиться, и не надо думать, что вот, да, люди рождаются, безусловно, есть такие, которые с этим таким даром рождаются, они становятся тогда очень, да, масштаб личности очень высокий, такой, да, планетарный, может быть. Но вот в целом, если мы говорим про обычных людей, это то, что точно может научиться, чему может научиться каждый. Самое главное, как мне кажется, интерес к этому и готовность, да, что-то новое узнать. Но для меня это было удивительно. Ну, кстати, интерес и есть показатель того, что это есть предназначение. Понимаешь? То есть вот если человека интересует, вот когда я начинаю что-то говорить про верховные женские роли, про роль ведунья, роль жрицы... Вот у тех женщин, у кого к этому как бы есть расположенность, есть потенциал на них выйти, они такие сразу, у них там начинают везде вот прям вот, то есть они начинают чувствовать, что это что-то, про что моё, да, такое вот. Они слышали, они знают, конечно, они знают, это опыт с прошлой жизни, естественно. Угу. Поэтому, когда ты об этом начинаешь говорить, то те люди, у которых это в предназначении есть, они начинают этим интересоваться, начинают к этому тянуть, конечно. Угу. Алена, расскажи еще вот чуть-чуть поподробнее. Мы уже касались этого, но вот еще так зафиксировать. То есть, получается, первый уровень чайной церемонии – это вот, ну, такой вот пример, ты рассказывала, да, я с утра проснулась, у меня что-то там не выспалось, дети не спали, кричат, что-то там еще. И вот я там села, попила чай, послушала его, да, вот налила, заварила специальный чай, попила, послушала, и как-то вот, да, такое настроение такое рабочее, приятное, хорошее вошло. Это такой первый, да, уровень. Ну, давай вообще я подробнее про него расскажу, мне это немножко не так выглядит, да, на самом деле. Давай, да, дополни, да, расскажи, как на самом деле. Более полно, если сказать, ну, как бы постараться это объяснить. Угу. Да, это про смену состояния, про то, чтобы вот скинуть с себя все ненужное, да, и войти в те состояния, которые тебе нужны. Mm-hmm. Например, да, то есть если мы говорим про простых женщин, у которых есть там какая-то жизнь своя, мирская, и понятно, да, что много вопросов, которые нужно решать, и все это как бы отягощает так пространство женщины, то есть у нее очень часто бывает много негативных эмоций, много усталости, много тяжести на душе, много чего-то непроговоренного с людьми, много претензий к себе, к мужу, к детям. И вот это все в чайной церемонии можно выгрузить, убрать, то есть отпустить. И очень быстро, эффективно, что круто, да, что для этого не обязательно ждать
сессию с психологом или там что-то как-то куда-то бежать, идти, и что не обязательно для этого нужен внешний человек, да, как ты говоришь, что это можно сделать очень быстро, самостоятельно и эффективно. Угу. Помимо этого, да, что ты отпускаешь там негатив, там почистить можно ауру, да, свою, ее можно также восстановить, напитать, укрепить ауру свою, да, чтобы уже взаимодействие с внешним миром было из чего-то какого-то наполненного состояния ресурсного, потому что это очень важно, да, потому что, допустим, вот если мы говорим про чувствительных людей, я чувствительный человек, я знаю это прекрасно, да, то вот это вот пространство, оно как раз тебя и держит во взаимодействии с другими людьми, со внешним миром. Вот это твое напитанное пространство личное, твоя аура вот такая напитанная, именно благодаря этому ты можешь спокойно коммуницировать там на работе, с какими-то психопатами там в окружающем мире. Или, допустим, если это проживает ребенок какой-то кризис, там, 3 лет подросткового возраста, сложные эмоции других людей выдержать, вообще взаимодействовать с людьми более как бы эмоционально сложными, да. То есть это такая способность к чувствительному человеку создавать свой внутренний мир, свою ауру, свое вот это пространство, с помощью которого можно взаимодействовать с окружающим более легко, чистить его вот внутри, отопить всякие претензии, да, то есть выгружать эти все эмоции, сонастраиваться со своим высшим я, это все, вот в этом процессе, да, вот в этом 20-минутном утреннем ритуале. То есть всего за 20 минут, да? Ты говоришь, когда что это занимает немного времени, то есть это 20 минут буквально. Ну, у меня... Я люблю посидеть в этом подольше, но реально, если у меня мало времени, мне достаточно 20 минут для того, чтобы перезагрузиться так, понимаешь? Даже перед работой, допустим, вот у меня ученицы, да, пьют чайную церемонию для того, чтобы выдержать какие-то стрессы на работе, какие-то повышенные сложности, да, на работе. То есть они... Утром как бы собирают себя вот в это вот пространство. Причем это не просто про это не, вообще не про броню, это не про защиту, это больше про создание такого пространства, благополучия. Потому что когда мы находимся в этом пространстве, когда мы сонастроены с высшим я, когда мы с душой своей сонастроены, когда мы вот такие вот красивые причесанные энергетически, то вообще события вообще по-другому складываются. Этого не делать. Они кардинально разные. То есть вообще вся жизнь, вот есть человек, который, допустим, практиковал чайную церемонию с утра, сделал там какие-то практики, да, свою. У него своя линия жизни. У него все по-другому складывается. И есть человек, который вместе с этими проблемами, усталостью, тяжестью пошел в мир, и это вообще другая история. Это две разные судьбы. Понимаешь? Вообще. Если я сейчас, знаешь, представила, если взять тогда одного человека так и раз это склонировать, да, и вот один практикует чайную церемонию, вот там одна, да, как бы по одному развивается жизнь, удачливо, да, правда, по своему пути, все способствует тому, чтобы он был счастлив, чтобы получал то, что хочет. А второй такой же, да, если вот он, ну, не практикует ни чайную церемонию, вообще не в системе, да, в это самопознание, не попил чай с утра, все пошел и все на себе это притянул, все, ну, это, да, во всем этом поварился, и, конечно же, и жизнь другая, результаты другие. Вот это мы с тобой про первую говорим, да, ступень, а вторая, вот чем она отличается? Смотри, я когда, вот, скажем так, вот тот метод, который у меня сейчас есть, и который я людям даю, это результат вот моей наработки какой-то за 15 лет. И, скажем так, я вообще очень люблю всегда все систематизировать и давать людям, чтобы это не было как-то размыто, там, узнать, что, где что искать, непонятно. Я очень люблю тоже конкретику и какой-то такой системный подход, понятный. И поэтому я разделила, скажем, на несколько ступеней, да, вот вообще весь этот путь, потому что кому-то, допустим, вообще не нужно ясновидение, ну, не нужно ему на данном этапе, может быть, вообще, может быть, в этой жизни не нужно, да. Не нужно ему, допустим, с людьми работать и, ну, как-то консультировать, ну, зачем человеку, да? И вот как бы
разделила я вот эти третью и четвертую ступень от первой и второй, да, то есть первая и вторая у меня есть вот в этом курсе, да, который ты, кстати, заинтересовалась, начала изучать, да, вот тоже, может быть, почему именно захотелось его изучать. И вот первая и вторая ступень, она про состояние, как мы уже с тобой сказали, и про, вот если будем говорить уже про вторую ступень, да, но они у меня сейчас все в одном курсе, про, знаешь, вот, сейчас все говорят про новый уровень, да, что мы куда-то движемся, в старого мира нет, мы трансформируемся туда. Бог водолея, да? Да. В общем, что я хочу вот про это сказать в рамках чайной церемонии, что у нас на самом деле всю жизнь всегда есть развитие и новый уровень, куда мы выходим. Но действительно сейчас мы выходим туда, скажем, где у нас такого опыта нет. Как бы опыта мозга на этот уровень вибрации у нас нет. И здесь становится немножко сложно, и можно единственное, что сделать, это вот его считать и принять на тонком плане. Что я имею в виду? То есть вот, допустим, ты чувствуешь, что, если как это прикладной какой-то момент, да, что, ну, в жизни что-то как-то все, ты понимаешь, что ты что-то не то делаешь, но что делать вообще непонятно. Ну, то есть вообще непонятно. Вот с чего даже начать непонятно. И когда человек, только начинающий чайную церемонию практиковать, у него есть возможность начать соединяться с его следующим уровнем, вибрационным. Понимаешь? Это круто вообще работает, потому что получается, что ты можешь даже не понимать, о чем он. Но ты энергетически с ним соединяешься, и тебя как на буксире туда вытягивает, понимаешь? То есть это... Я в своей жизни очень много этим пользовалась, потому что те знания, которые я даю, я их нигде никогда не читала. Я их именно тоже, да, вот один из способов. Они пришли тебе, да, вот как... Один из способов, это, я бы сказала, уже третья ступень, ченнелинг, да, когда мы с высшим я соединены и можем черпать информацию от источника, то есть более высоких слоев, да. Сейчас мы к этому вернемся, я закончу по поводу нового уровня. То есть получается, что мы можем энергетически перестраиваться на этот уровень, и тогда наша физическая реальность под это начинает подтягиваться. То есть вот люди, которые занимаются энергией вообще, они понимают, что это реально круто, потому что не надо через мозги, через больки, через какие-то вот через грабли понимать, в чем твой новый уровень, ты можешь его энергетически почувствовать, даже если у тебя там первая, вторая ступень, и начать с ним соединяться, чтобы на нем оказаться. И это может быть и про новый уровень отношений, это может быть и про новый уровень в бизнесе, в деньгах там, и так далее. То есть уровни — это вообще очень такая тема интересная, но мы сейчас подробно не будем про нее. Но дело в том, что на каждом уровне есть свой контекст. Вот когда мы с тобой говорили про отношения и про контекст отношений, да, то есть человек, имея определенный уровень вибрационный, он не может прыгнуть выше головы. Он не может стать, ну, просто рыцарем каким-то в доспехах, если его энергетический уровень вот такой какой-то, он может только, исходя из него, транслировать заботу о женщине, заботу о себе, заботу о своем предназначении в рамках вот этого энергетического уровня. А когда человек приходит на другой с помощью там чайной церемонии или рейки, да, то он, у него меняется мышление, бац, он начинает думать по-другому, он начинает проявляться по-другому. То есть, например, бедный человек, богатый человек, да, вот бедный человек, у него вот такое вот вибрационное состояние, его контекст, он вот так действует, так думает. А богатый человек, у него другое, там, да, вот именно богатый в хорошем смысле, не просто там наворовал и молодец, да. А работал, вот, именно, да, честным трудом. Да, ну, имеется в виду по предназначению, да. Гармонично, скажем так, богатый человек, то у него духовная основа совсем другая, у него другой контекст. И вот это ключевая разница между этими двумя людьми. То есть ты можешь сколько угодно слушать умные книги,
Да, это немножечко работает, но совсем немножко вот по отношению с тем, как работает, когда человек выходит на другой энергетический уровень. Ну, то есть получается, что вот вообще все изменения в нашей жизни, они в целом сначала происходят с нами на тонком уровне, на уровне энергии. Ну, как знаешь, вот если говорить про человека, который вообще духовно не растет никак, то у него вот через больки, через пинки, через страдания это происходит на каком-то таком вот физическом уровне, через скрежетание вот так, через вот боль. А если мы говорим про человека, который вот духовно развивается, то да, конечно. Почему? Потому что скорости совсем другие. Если человек, допустим, имеет там какой-то духовный уровень, там, не знаю, вторую ступень рейки или там чайной церемонии обучался, то у него другой совсем контекст, у него другой совсем вот эта основа. Исходя из этого, области жизни, они автоматически как бы выходят на новый уровень. То есть он начинает чувствовать по-другому, выражать по-другому себя, взаимодействовать с людьми по-другому, понимаешь? То есть вот... Это более легкий способ, но это не значит, что все так растут. Так растут как бы люди, которые... Те, кто проходит следует церемонию, так растут. Ну, и я хотела, допустим, да, это вот для меня самые эффективные методы. В целом, да, кто занимается духовным развитием, они быстрее развиваются, и не только на уровне энергетическом, но это проявляется прямо в жизни. Я сейчас, знаешь, вспомнила про ту чайную церемонию, которую мы с тобой пили некоторое время назад. Помнишь, она была про мое предназначение, про вот такой там, помнишь, у меня еще такая метафора родилась про выход из пузыря такого вот мыльного. Ну, не мыльного, у меня такое было ощущение. Ну, вообще, мы с тобой тему говорили про мою работу, про мою реализацию именно профессиональную. И во время чайной церемонии такая у меня картинка пришла, и ты мне тоже это подсветила, что... для того, чтобы развиваться, чтобы свое предназначение реализовывать, нужно выйти вот из этого пузыря, в котором я себя ощущала, да, довериться вообще миру и начать взаимодействовать с людьми. Ну, то есть, что нужно вот выходить к людям, в люди и вообще вот, проявляться. И вот на моем примере, вот, да, то, как сейчас я увидела, я тебя слушаю, как это для меня, вот, да, на конкретных примерах, может быть, чтобы еще было понятнее. Вот тогда в чайной церемонии, да, вот на тонком плане что-то такое вот, что-то сдвинулось у меня. Да, ты это там, я ясно увидела, я, может быть, это так, как-то так, что-то увидела, но думаю, ладно, посмотрим, как это дальше будет разворачиваться у меня в жизни. Но я хочу сказать, что после этого я пошла в актерскую школу, год прозанималась, и, это вот про реальные изменения в моей реальной жизни. То есть как это повлияло, да, вот уже на других уровнях, таких более приземленных, но реальных. Потому что можно, конечно, оставаться в энергетических уровнях, да, и думать, что ты такой прекрасный, такой просветленный, ты вот все изменения у тебя как будто же произошли. Но на самом же деле очень важно, как это в реальности разворачивается. И вот тогда вот после той церемонии, вот это вот про открытие, про проявленность у меня вот все как бы вот там, значит, все поменялось, а дальше реальность стала подтягиваться, и я вот думаю, с чего вообще вдруг я решила пойти в актерскую школу? Ну вот, казалось бы, вроде ни с чего. Но сейчас я уже понимаю, что вот это уже был как бы такой ответ реальности на мой, на мои изменения именно на таком уровне энергетическом, на уровне изменения тонкого в тонком плане. То есть это уже в реальности. Я год отучилась, и я могу сказать, что я стала свободно проявляться и в работе, и вообще в коммуникации с любыми, с другими людьми. Я свободно говорю, нет вот этого страха проявления. Ну, конечно, сцена очень закаляет выход на сцену. Вот, у меня это вот так сработало. Вот именно, что да, изменения сначала на тонком плане, а потом важно быть просто открытым и слушать, да, вот куда тебя ведет. Такой твой интерес, куда, что где откликается, для того, чтобы уже в реальности реализовать все то, что вот все эти изменения, которые начались сверху, а потом они просто на разные уровни жизни происходят. Важно просто их чувствовать и им следовать. Потому что у меня, вот в моем случае с актерской школой, это было такое очень сильное ощущение, что мне точно туда надо. Я бы точно предала себя, если бы я не пошла. Я потом еще пошла на advanced уровень, но я вижу вот здесь прямую связь.
То, что просто, значит, такое вот мое было предназначение реализовать вот эту свою, свой навык, вообще стать более открытой, проявляться вот через, так, через такое занятие, через такие курсы. Вот знаешь, вот чем, почему основное, наверное, отличие вот именно моего метода от просто психотерапии, допустим, да, тем, что именно в момент чайной церемонии происходит вот эта основная работа на тонком плане, а она как раз и есть основная. То есть можешь сколько угодно ходить в школу актерского мастерства, но если внутри этот мыльный пузырь мы бы не убрали в чайной церемонии, конечно, конечно, то не было бы. Вот сколько людей ходят, вот у меня, допустим, есть подруга тоже, но тоже вот очень хочет проявляться. Мы с ней чайную церемонию на это не пили, сразу говорю. И она там тоже вот ходит в свои актерские курсы, там, но проявление так и не произошло, понимаешь? Потому что если мы не проработали это, вот какие-то есть причины, почему ты этого не делаешь. И вот в чайной церемонии мы их не только видим, но еще и прорабатываем, отпускаем. То есть эта работа происходит именно в чайной церемонии. Ну вот, если, допустим, мы говорим про консультацию со мной. Но опять же, если человек доучился до уровня, когда он может сам себе такое делать, не вопрос. Или другим людям. То есть это говорим, же третий-четвертый, да, уровень? Третий-четвертый уровень, да. Но если говорить там про просто вот сам метод, да, вот как консультация, допустим, да, то есть вот, вот даже вот мы с тобой тоже год назад пили чайную церемонию, я выкладывала это в открытый доступ, да, по поводу отношений. И мы с тобой увидели тогда, что мешало отношениям. И даже не важно, как мы это называли, вот это энергетическое что-то мы убрали прямо в этот момент. И потом начали происходить какие-то изменения. Но вот эта энергетическая работа, она происходит прямо во время процесса. И тогда возможны изменения, но если ее не сделать, то ты можешь сколько угодно ходить в чайную, в школу актерского мастерства, на свидание, но этого происходить не будет, потому что есть какие-то внутренние причины, вот с ними как раз мы работаем в чайной церемонии. И это не поддается психологии, это из подсознания работа. Работа с подсознанием. Это не то, что можно проработать с психологом. Ну, то есть это, может быть, и можно, но лет 20, примерно. Ну, это как уже следующее. Ну, это знаешь, я сейчас увидела, что это как некий фундамент. То есть можно строить дом без фундамента. Но как бы это будет как это, три поросенка. Ветер дует, и все слетит. А когда прорабатываешь в чайной церемонии вот на таком уровне, это просто база, которая закладывается. Потом уже изменения, они, естественно, уже реальные изменения в твоей жизни. Да, возможно, даже докрутить, там можно сходить, допустим, к психологу потом и что-то с ним докрутить, чтобы просто проговорить те изменения, которые у тебя произошли внутри, потому что человек должен кому-то проговаривать, да? И вот психолог – это хороший человек, чтобы ему проговаривать. Вот. Но изменения внутренние, они вот происходят вот через какую-то работу. Ну, ты с психологом, не будешь обсуждать энергетические вопросы, ну… Может быть, есть, конечно, который совмещает, но в целом другая задача, да, у человека. А здесь такая именно на глубоком уровне, на глубинном, я бы даже сказала, проработка, да, чтобы потом все это, знаешь, не прикрывать все это там какими-то листиками, не знаю, еще чем-то. То все сразу, это такое, да, изменение. Это очень тонкая ювелирная работа, да, на самом деле, но очень мощная. То есть это такой эффективности я инструментов больше не знаю вообще. То есть вот, эффективности по силе того, что можно изменить с помощью чайной церемонии, что можно исцелить с помощью чайной церемонии, я аналогов не знаю. То есть это на данный момент это самое эффективное из того, что я видела. Даже вот люди, которые суперкрутые, продвинутые там, в разных традициях, разный опыт, многолетний опыт, десятилетиями имеют в плане хилинга, приходят ко мне учиться для того, чтобы познать этот метод, потому что он реально очень крут в плане эффективности. То есть обычными методами, которые у нас были раньше, этого не получается достичь так быстро, этих результатов. То есть, Алена, все-таки эта церемония отличается там, от рейки, от медитации, от каких-то других вот вариантов, которых сейчас много. Вот что еще? Ты говоришь, что, ну, что это быстрый способ, да? Что-то есть еще, что отличает вот этот твой инструмент, твой авторский метод?
Смотри, во-первых, я его как бы разложила по полочкам. То есть, допустим, вот приходит женщина, которая вообще наплевать на ясновидение, на тонкий план, а просто хочется жизнь свою в порядок привести и чувствовать себя женщиной. То это мы говорим про вот базовую какую-то первую ступень, где женщина может поменять свое состояние, именно стать снова легкой, стать снова вдохновляющей, роль музы, роль женщины. Знаешь, вот это очень простой уровень, да, чайная церемония в этом помогает. Следующий уровень, да, если женщина хочет, чтобы к ней мужчина начал прислушиваться к ее мнению и вообще как-то уважительно относиться к тому, что она говорит, да, то женщина уже развивает в себе роль ведунья, уже начинает как бы следить за своим состоянием, следить за своим мышлением, следить за какую информацию она проводит. То есть она уже учится проводить информацию, не просто поболтать, исходя из своих страхов, а уже вот с этого уровня начинает говорить, да, то есть здесь включается к женщине уже такое уважение, уже такая роль ведунья, да, что женщина может знать больше, чем она знала бы каким-то своим просто мозгами, да, потому что она начинает черпать информацию уже, она начинает к ней приходить, даже если это первая, вторая ступень, начинается вот это яснослышание, ясночувствование, вот эта мудрость, которую все называют мудрость, на самом деле это просто вот связь с нашим с высшим Я, которая проявляется новыми каналами, да, ясночувствование, яснослышание, связь с интуицией. Когда, допустим, врач говорит одно, там, лечить ребенка вот так нужно, а ты понимаешь, что нужно делать совершенно по-другому, да, и это очень сильно помогает как бы в разных, в том числе, да, в области здоровья, да, потому что ты можешь самостоятельно 90% вопросов касательно здоровья, благополучия своих близких решить, если мы говорим вот про развитие вот в роли ведуньи, да, допустим, церемонии. Ну или какие-то, да, даже по бизнесу решения, там, принимать или не принимать, да, работать или не работать, это все тоже можно вот в чайной церемонии услышать, почувствовать. У меня есть, да, девушки, которые, ну вот просто вот для своего мужа проводят там, допустим, чайную церемонию, считывают для него информацию, проводят там и так далее. То есть мужчины тоже могут этому научиться, да, но проще как бы, чаще женщины к этому приходят. Хотя про мужчин, может быть, мы потом тоже поговорим, да, в конце. Но иногда вот женщина, роль ее очень важная в отношениях, быть такой, ну, не то что помощницей мужу, а скорее музой и проводником. И это роль ведуньи и жрицы, да, что, если такими вот терминами говорить про архетипы там, да. И это очень сильно влияет на отношения, потому что к такой женщине совершенно другое отношение. То есть это женщина, которая прислушивается, чье мнение уважают, чье мнение спрашивают. Да? Кому дарят подарки, кого там вот как-то другое совсем отношение, контекст отношений, это очень сильно меняет, да, то есть мало того, что это просто полезно, да, как бы, да, ты многие вопросы решаешь там, без врачей, без психологов, для себя, для своих близких, но еще это очень сильно влияет на контекст отношений, я могу сказать, это очень сильно влияет на доход мужа, если... Я подумала о том, что сейчас все женщины, у которых мужья предприниматели, должны просто попросить в подарок, чтобы мужья им подарили обучение чайной церемонии. Ну, да, я бы, знаешь, как сказала, вот каждый может научиться чайной церемонии, просто я бы так сказала, поскольку я к каждому очень индивидуально отношусь, к каждому ученику, да, то в зависимости от того, на каком уровне человек приходит, я ему говорю, там, вот тебе, допустим, может быть, сперва рейки получить, или сперва там, на курс «Роскошное преображение» прийти, где мы там, допустим, с женскими ролями работаем, да, где мы контекст повышаем, потому что очень плохо, когда
вот такой мощный инструмент приходит на неокрепшие мозги, понимаешь, когда что-то вот в контексте такого тяжелого, какого, ну вот, скажем, да, хотелось бы видеть, чтобы этот инструмент приходил уже на, если мы говорим про третью, четвертую ступень уже, про уровень, что ты считываешь эту информацию, ну, когда это уже такая, нет манипуляции, что ли, знаешь. Это очень плохо, когда люди берут такие сильные инструменты, но и манипулятивную систему. Но, допустим, первая и вторая ступень, они взращивают систему до того, чтобы как раз вот эти манипуляции жизни уходили, и уже сознание было чистым, чтобы вот не вмешивать куда-то в свои истории в это, да, чтобы не стать проводником для мужа, но не стать махинатором каким-то. Манипуляцией, да? Вот я якобы, да, имею такой крутой инструмент, и меня там слушают туда-сюда. Нет, вот чтобы вот такой истории не было, все-таки взращивать еще вот, как бы, я не всегда человеку говорю, что вот тебе надо прямо с чайной церемонии начинать. Я чаще какие-то другие даю инструменты, с чего он может начинать, и потом более легко вот в эту тему идти. Но смотря на целом, если я думаю, что если у женщины есть такое желание и интерес вообще развивать свои роли, открывать свои разные роли женские, и вот стремиться к высшим ролям, да, о которых ты говоришь, музы, там, ведуни, жрицы, да, то вот это отличное такое дополнение, как раз третье, четвертое, то они же не придут к третье, четвертое сразу, безусловно, это будет через первую, вторую, через опыт. Но в целом, вот если уже, да, вот уже что-то... Я к тому, что я сейчас подумала о том, что это хороший такой, знаешь, такая путеводная звезда, чтобы женщинам вот стремиться вот к саморазвитию себя, потому что, мне кажется, это очень интересная такая роль, когда ты можешь для своего мужчины быть вот таким проводником именно для бизнеса, потому что это, ну, я сейчас про практичные вещи скажу, но я думаю, что мы все понимаем, что больше доход лучше, чем меньше доход. И когда вот эти вот роли ты в себе открываешь, когда ты сама развиваешься, и в какой-то момент ты дорастаешь до того, что ты можешь уже там третью, четвертую ступень чайной церемонии обучиться, чтобы быть для своего мужа вот таким проводником и помогать ему принимать решения, действительно, которые будут на благосостояние семьи, на благосостояние рода работать. И это же, ну, здорово, когда мужчина к тебе приходит, ну, к женщине своей, чем, там, не знаю, к астрологу, психологу или еще кому-то, да, потому что все равно вот это так сохраняет и контакт, и близость вашу, и такое, да, вот значение такое открывает женщины. Такое женщины. Совсем другое. Ну, вообще, то есть очень сильно меняется ценность женщины. Вот именно когда она... Я просто знаю, что, да, вот я эту тему с верховными женскими ролями, да, 8 лет назад я тоже с помощью чайной церемонии считала методом ченнелинга свой курс, да, не мозгами, а именно вот этим инструментом я его записала, да, то есть это уже третья ступень, да, вот если говорить про чайную церемонию, то ченнелинг это уже третья ступень. И когда женщина вот меняется вот в этом контексте, то отношения становятся совсем другие, очень сильно влияют на контекст. То есть когда женщина развивается вот в верховных женских ролях, это вносит серьезные изменения в отношения, в деньги, в секс, да, и так далее. То есть это совсем другой уровень уважения, вообще ценности себя. То есть, знаешь, у очень многих женщин вот эта проблема с самооценкой, потому что они недораскрыли свой потенциал, как бы, да, и чувствуют, что они что-то недодают. И вот когда они его раскрывают, они начинают, наконец, себя уважать, что я имею ценность, я могу доносить свои границы, я могу я есть, понимаешь? Это вопрос очень сильно сдвигает самоценность, потому что реализованная женщина, которая может вот эти роли реализовать, как неважно в какой форме, просто мужа на кухне или консультировать, неважно. Но это совсем другое отношение к себе. Это совсем другая реализованность. Вот, знаешь, я когда чувствую, что я недореализовываюсь или что-то недодавала когда-то в жизни там, себе, людям, имеется в виду, что я еще не проявила свои качества вот, полноценно, я всегда чувствовала какую-то дыру, знаешь, у меня
какую-то нехватку чувства. Потому что, когда мы проявляем все, что нам нужно проявлять, мы все время чувствуем наполненность. Через нас все время идет поток, поток. А когда человек вот это все не проявляет, что ему важно проявлять, проблемы с самооценкой, проблемы в отношениях, проблемы с энергией, потому что энергия через тебя не идет. Вот, поэтому на самом деле это очень важно, и многие вопросы решают, не только практичные. Знаете, по поводу практичных вопросов, я так скажу, что чайная церемония – это такой метод, который помогает человеку следовать путем предназначения. И это касается очень многих бытовых вопросов. Куда поехать, куда переехать, с кем делать бизнес, с кем не делать бизнес. Но это не относится к просто тупому зарабатыванию бабла. То есть если люди хотят получить чайную церемонию, чтобы торговать на бирже или какой-то фигней заниматься просто ради бабла, то это точно не будет работать. Это, может быть, поработает какое-то время, но это, понимаешь, у нашего высшего «я» цель взаимодействовать. Цель не бабло. Чтобы свой потенциал. Они просто рубили бабло и не делали того, что нам нужно делать. Mm-hmm. То есть чайная церемония поможет всегда, даже в бизнесе, да, вот если говорить про мужчин, да, то есть вот для чего мужчинам чайная церемония? Ну вот простые примеры, да. Что мне важно, допустим, реализовывать в этом бизнесе, какие мои качества, да, вот ты можешь сам себе посмотреть, если ты владеешь чайной церемонией. Взаимодействовать ли мне с этим человеком или нет? А если взаимодействовать, то на что обратить внимание, да, потому что есть нюансы какие-то, да. То есть у нас тоже был такой пример. В прошлом доме мы снимали дом, и я увидела в чайной церемонии, что нам нужно его снимать, ну, как бы это наш, там сейчас туда нужно, но есть нюанс, что нам нужно официально оформить наши взаимоотношения, как бы, что вот столько-то стоит аренда, потому что через месяц он бы стал их повышать просто. Вот ты вселился, допустим, живешь, а тебе он говорит, все, теперь на следующий месяц два раза дороже платить. Я это увидела в чайной церемонии. Мы заключили контракт, вопросов не было, хотя он очень хотел. Он каждый раз показывал, что, вы знаете, вот цены сейчас выросли, и хорошо бы мне больше давать, но я не имею права, потому что есть контракт. И вот этого всего можно избежать, как бы, да, если у тебя есть этот инструмент. То есть он всегда тебе поможет двигаться по Божьему плану, но я категорически против использовать его просто ради стрижки кустов бабла. Почему? Потому что это отдаляет, это отдаляет. Деньги – это прекрасно. Но это как следствие просто... уже, это не как это следствие. Цель, это как следствие того, что мы идем по своему пути. Да, потому что если ты просто стрижешь бабки и как бы делаешь не свое предназначение, ты все дальше и дальше от него. Потому что, а что, все же хорошо, можно ничего не менять. Понимаешь? Вот, поэтому вот в этом смысле дорасти до этого инструмента нужно. Вот именно, что я готов идти своим путем. Я готов слышать свою душу. Вот именно в этом нужно дорасти. А все остальное, тогда да, любой человек может обучиться. Ну, мужчины тоже, да, потому что мы так в основном больше с тобой про женщин говорили, нет противопоказаний, что это такая, что это женский инструмент. Я вообще увидела недавно тоже, что я прям обучаю бизнесменов этому инструменту, потому что вот сейчас очень важно, у меня прям мурашки, я прям вообще вот это люблю очень. То есть мне очень хочется давать этот инструмент, и у меня есть уже такие ученики, да, которые... такие бизнесовые люди, продвинутые в бизнесе, такие успешные, да, но им важно именно реализовывать свою миссию, свое предназначение, быть, соответственно, более эффективным, потому что любой бизнес, который не основан на предназначении, просто развалится со временем. Понятно, да? Я не знаю, может быть, это не всем понятно, но... Давай на всякий случай объясни, почему, если вдруг кому-то непонятно. Сейчас дело в том, что вот если заметили люди, да, может быть, что вот эти все события сейчас происходят в мире, они все стрясывают с нас все ненужное, все наносное. Почему так происходит? Потому что мы действительно вибрационно сильно растем. Растет планета, растем мы, как бы хотим, не хотим, но мы на Земле, да. И все, что не нам не нужно, оно просто отваливается. Оно рано или поздно отвалится. Понимаешь, то есть вот если это не твое предназначение, даже смысла нет туда лезть. Потому что это все временное. Это то, что ты даже вкладывать в свои ресурсы, можно бесполезно вообще, потому что
точно пойдет куда-нибудь в аналы истории, понимаешь? Mm-hmm. В аналы. Просто вибрационно, понимаешь? То есть человек, который вибрирует своим предназначением, это вот одно состояние, да? Даже вот мы когда соединяемся со своим высшим «я» в чайной церемонии, это состояние радости такой, знаешь, вот насыщенной радости, это состояние спокойствия, но при этом вот такое насыщенное. И вибрационно это очень плотное состояние. И когда, то есть от него отваливается все, что не твое, понимаешь? То есть, но сейчас дело в том, что это состояние повсеместно на Земле, понимаешь? То есть человек, если хочет выжить на Земле, если хочет вот как-то в новый мир идти, ему нужно что-то делать вот со своим состоянием. Потому что сейчас вот эта чистка происходит, она как раз вот отсеивает то, что закостенело и не растет. Ну, mm-hmm. вот, если говорить вот, ну, вот так коротко совсем, да, то это просто вибрационное несовпадение. Потому что когда человек делает свое предназначение, это одна вибрация. Когда делает человек просто стрижку бабла с кустов, это другое. Особенно если еще в обман других людей. Это вообще mm-hmm. совсем. Понимаешь? Mm-hmm. Про мужчин, да, то есть ты начала говорить о том, что вот для бизнесменов ты это делаешь, что это такое тоже одно направление интересное. Я хочу просто уточнить, что нет противопоказаний, что это только для женщин, это церемония и для обучения, и для проведения. То есть это такое универсальное для всех, для мужчин и для женщин. Знаешь, я когда-то пыталась учиться астрологии, но не мой это метод. Я помню, что собрались вот такие люди, все предприниматели, все такие крутые мужики, причем большинство сидели. Я еще думала, боже мой, ну зачем этим людям? У них так все есть. Зачем им вообще вот это все? А сейчас, когда я обучаю такую же категорию людей чайной церемонии, я понимаю, что это умные люди, которые просто не хотят делать ошибок, не хотят делать... Допустим, да, вот в чайной церемонии любой человек, даже имея первую, вторую ступень, мужчина, он может посмотреть, делать с этим человеком бизнес или не делать. Mm-hmm. Ты представляешь, как это экономит вообще времени, денег, лет на свободе, понимаешь? Лет на свободе, да. Разное бывает, да. Правильно? Конечно, конечно. И вообще, ну как бы, денег, нервов и всего остального. И всего лишь это mm-hmm. можно посмотреть, даже имея первую, вторую ступень. Даже для этого не надо там сильно развивать ясновидение. Mm-hmm. Mm-hmm. Это еще такая вообще инвестиция очень круто. В свое будущее, в будущее своего бизнеса в том числе, в свою жизнь. На мой взгляд, это проще в 150 раз, чем астрология. Ну, mm-hmm. вот просто миллион раз, да, потому что я тебе говорю, я имела опыт и этого изучения, и того, и другого. И это очень простой, легкий инструмент. И при этом он как бы очень серьезный. Он очень серьезный. И сейчас я все больше вижу, что мужчины начинают к нему проявлять интерес. Но именно вот такие мужчины, которые на определенном уже уровне находятся. И дохода, и влияния, и знания, и понимания, и духовного уровня. И духовном уровне, то есть они готовы это все принимать, да, готовы уже к таким инструментам. Может быть, даже не то, что они там все школы прошли духовную трансформацию, а просто вот их внутренний уровень благосостояния, благочестия позволяет, даже если это первый духовный инструмент в жизни, но такой инструмент, понимаешь? То есть, и вот знаешь еще, что мне кажется очень важно, и даже на первой, второй ступени мы это затрагиваем, эту тему, вот я уже тоже говорила про роль проводника. То есть вот есть просто состояние, есть работа просто с состоянием, угу. да? А есть создание состояния, когда мы на связи с высшим «я». Угу. И вот это состояние, у меня сейчас мурашки пошли, я его обожаю просто, это состояние. Во-первых, я из него только из него вообще какие-либо свои обучения создаю, что-либо говорить стараюсь только из него. И вот это состояние, оно уникальное тем, что... Знаешь, вот у многих сейчас проблемы такие, что, ну а что я дам миру, все и так есть. А что я дам миру, я же достаточно долго там учился духовной практике. А что я дам миру, я же там бестолковый, у меня самого куча проблем. Но когда мы даем миру из этого состояния проводника,
неважно что, мы записываем курс или создаем какой-то продукт, или мы просто делаем массаж из этого состояния, или мы просто учим детей из этого состояния в школе. Это то, к чему люди как раз вот сейчас будут тянуться все больше и больше. Потому что люди чувствуют, что именно это и есть какое-то особое состояние, честное состояние, правдивое состояние, состояние божественное. И что бы человек делал из этого состояния, какие бы проекты он ни делал, это то, что всегда имеет успех, абсолютно всегда. Потому что нет смысла высшему я тебе давать то, что не будет спросом пользоваться. То есть это возможность создавать абсолютно уникальные какие-то межгалактические звездные проекты по масштабу. Понимаешь? Которых раньше не было на Земле. Которых раньше не было. Уникальные проекты. И вот в этом вот особая фишка вот этого состояния, вот этого. И для этого не нужно особо учиться считывать информацию. Это, знаешь, то, что уже начинает происходить, даже если у человека просто там первая, вторая ступень. Да, если он хочет как бы прям вот, как я, да, я как вообще сажусь и прям под диктовку пишу, то есть это ченнелинг. Да, вот этому стоит поучиться, и этому я уже индивидуально обучаю. Но вот это состояние, когда ты чувствуешь свой путь, видишь вот это ясновидение, это состояние. Вот это уже доступно вот буквально практически вот новичкам, да, которые только начинают. Да, я же смотрела курс твой. Он очень понятный, простой, ну, в хорошем смысле слова, в смысле доступный. Потому что там видно, что ты тоже в потоке находишься, когда рассказываешь, и там вот эта вся прям энергетика, она, безусловно, она льется просто через экран. Вот, и ты там все очень подробно объясняешь, ну, там, начиная с чаев, с посуды, все вот эти технологии, все раскрываешь свои инструменты, и там получается, что и люди непосредственно сразу и пьют уже, то есть уже все это на практике пробуют, практикуют. Не просто... Да, практикуют не просто, там, послушали говорящую Алёнину голову и там где-то что-то попили, непонятно, да, знание как-то уложилось. А самое важное, что это все в моменте, они тоже, да, они практикуют, пьют чай, вы это обсуждаете, они там делятся, что они услышали. То есть это вот прям такой практический курс, это не теория, это не лекция, не только, вернее, лекция, безусловно, там есть теоретическая часть, но я считаю, что самое... Особо такая особенность этого курса, что там много практики. И ты слушаешь и сразу непосредственно здесь и сейчас все практикуешь. Да, и ты там тоже даешь обратную связь, корректируешь. И после этого курса все уже там, готовый, у тебя уже навык уже готов, встроился. Да, у меня есть даже люди, которые только этот курс прошли, уже даже консультируют людей, хотя я это не приветствую, все-таки я считаю, что нужно дождаться как бы, да, до уровня, где ты мастер. Вот, но тем не менее, даже вот этот курс, он дает уже такой уровень, что люди мало того, что себе могут проводить такую чайную церемонию, так еще и умудряются там взаимодействовать с другими людьми на эту тему, проводить им. Вот, но самое главное, знаешь, вот сейчас, если мы говорим про бизнес, а ты человек, как бы, очень хорошо понимающий тему бизнеса, вот, знаешь, ты, наверное, меня поймешь, о чем я говорю. Вот если нет вот этого состояния у лидера бизнеса, вот из которого я сейчас говорю, да, то грош цена вообще этому бизнесу, никто за ним не пойдет. То есть если это не имеет вот этот резонанс с высшим я, не имеет предназначения, под собой основу предназначения и миссии, грош цена этому бизнесу. Понимаешь? Совсем другое, когда человек... Я же не всегда такая, я не проснулась такая, понимаешь? Это состояние. И это состояние, оно легко доступно человеку, практикующему чайную церемонию. Mm-hmm. То есть вот эта соединенность с собой на высоком уровне, это как раз результат практики, да? И даже вот, знаешь, вот скажи, вот ты тоже можешь поделиться, да? То есть у тебя есть две ступени рейки. Но случилась какая-то в твоей жизни ситуация, из-за чего ты решила, что тебе и дальше нужно идти, и вот еще этот инструмент нужен. То есть тоже какой-то вопрос состояния, понимаешь? Про чайную церемонию ты говоришь? Да. То есть вот, что тебя сподвигло вообще, ну, захотеть курс этот учить, изучать, да, это время свое?
Ну, я в целом давно в системе саморазвития, самопознания. Это как просто такой естественный мой интерес ко всему, что происходит в мире и как вообще можно взаимодействовать. Вот. И сейчас, да, такой период, когда я понимаю, что то, что раньше для меня было очень понятным и очевидным, это уже не работает. Нужно какое-то новое восприятие себя и новое понимание ситуации того, что происходит вокруг меня, то, с чем я сталкиваюсь там, в отношениях, в работе, там, с коллегами, с партнерами, ну, вообще в целом в коммуникации с другими людьми, там, как в близком, так и в там, более отдаленном. На более отдаленном расстоянии. И я понимаю, что вот ну, какое-то пришло время нового уровня, и потому что такие события происходят, такие, которые, я думаю, так, я здесь еще не была в этой ситуации. Что? Ну, у меня всегда есть вариант делать по-старому. Я думаю, так, я буду делать по-старому, у меня все старое получится. Когда есть такая фраза, хочешь новых результатов, делай что-то новое. Вот, поэтому я сейчас понимаю, что то, какая я была раньше, это, ну, вот, задачи, которые сейчас передо мной стоят, это уже более высокого порядка. Надо чуть на другом уровне смотреть на это и на другом уровне себя чувствовать, чтобы уже ощущать по-новому, мыслить по-новому и действовать по-новому. Вот знаешь, вот именно так наше высшее я нас и ведет. То есть, вот знаешь, вот жила ты, все у тебя было хорошо, у тебя было две ступени рейки, тебе и какие-то свои инструменты, коучинг, все супер. Но какие-то входят в нашу жизнь специально вопросы, которые, бац, нас уже не хватает емкости, нас не хватает устойчивости духовной, и нас начинает как-то так уже потрясывать. И это о чем говорит? Высшее я тебе намекает. Пора расширяться, пора расти дальше. Потому что если Вселенная не будет этого делать, то мы так и останемся там на уровне таком, понимаешь? Вот то же самое, если бы у тебя не было развода 10 лет назад, да, 8, то... Я думаю, что ты вообще не добралась до своего предназначения. Я даже не хочу думать, что бы было, если бы его не было, да. Ну, я даже не представляю, что было бы с моей жизнью. Но опять же, здесь два пути. Здесь один путь как бы сломаться и упасть в депрессию, а другой путь как бы, да, вот именно пойти в развитие и уже... Знаешь, каждый раз, когда с человеком происходит какая-то вот такая ситуация, которую он не может решить со своего прежнего духовного уровня, это только за тем, чтобы человек рос дальше. Да, то есть у тебя не хватило там чего-то, какой-то устойчивости, какой-то стабильности внутри себя, какое-то видение. И поэтому нужен какой-то более другой инструмент, который тебе это даст. Да. Вот так происходит духовный рост. Ну вот ты говоришь, что есть выбор, да, там оставаться на прежнем уровне, либо развиваться. Но вот в моей картине мира у меня вообще нет выбора. Ну то есть вот у меня нет выбора оставаться на прежнем уровне. Ну это реально выбор без выбора, потому что, ну, я понимаю, что назад пути нет, только вперед. Это всегда выбор. Ну, это даже не то, что выбор, это просто естественный путь развития. То есть вопрос выбора не стоит, потому что его нет. Нельзя оставаться на прежнем месте. Потому что это равно смерти просто. Ну, мышление взрослого, растущего человека. А люди настолько не хотят что-либо менять, что они вынуждают Вселенную их прям буквально пинать, чтобы они, блин, что-то все-таки меняли. Ну, я думаю, надо слушать те люди, которые готовы к изменениям. Потому что мне кажется выгоднее, даже с точки зрения вот такой, да, может быть, люди не готовы к каким-то глобальным изменениям, но вообще вот эта, ну, такая тенденция, да, вообще вот этот взгляд на то, что я по чуть-чуть, но я все равно меняюсь. То есть я все равно буду меняться, ну, в рамках своей вот емкости, такой душевной, духовной. Вот, ну, насколько смогу, настолько поменяюсь сейчас, там, через год еще. Да, я же не то, что сразу пришла и, значит, сразу все получила, все инструменты. Это же тоже был вот такой путь
Мне кажется, здесь самое важное, ну, это и в моей жизни, и в твоей жизни есть, и я думаю, что многие те, кто нас будет смотреть, слушать, вот это вот стремление к изменению, но вот в таком, в своем режиме, в своем ритме. Но самое главное, чтобы был вот этот, да, такой направление, движение, да, что я все равно буду двигаться, да. Там сейчас, там, не знаю, первую, вторую получу по чайной церемонии, посмотрю, как это преобразило мою жизнь, да. А, там, в следующий раз, там, третий, четвертый. А кто-то сразу, да, приходит и вот получает такую, ну, это, мне кажется, очень индивидуально. И здорово, что ты как раз, да, в индивидуальном подходе, ты смотришь, что человеку нужно, какая у него, какой у него опыт, какие у него предназначения, какая у него вот сейчас ситуация, да, вот эта внутренняя емкость, может ли он там принять столько, или столько, или столько. Но неважно, главное, что он точно что-то готов менять, да, пусть чуть-чуть, но вот эта вот, да, вот такая тенденция на изменения, она у каждого своя, но самое важное, что она есть. Да, ты знаешь, вот я вообще такой очень строгий, у меня Сатурн такой ярко выраженный, я очень строгий в плане учитель того, что я всегда даю кратчайшую какую-то дорогу, знаешь, вот человеку. То есть вот я вообще не из этой истории, что ко мне нужно ходить там годами к психологу раз в неделю, я это терпеть не могу вообще, просто я считаю, что это выкачивание денег из людей. Именно вот когда кратчайшая дорога, вот приходит человек, допустим, и ему нужно внутри что-то изменить с энергетикой со своей, с состоянием. И тогда я говорю, все, слушай, вот первая, вторая ступень, иди. Почему так? Почему первая, вторая ступень? Я однажды создала курс, который бы мог бы человек проходить в записи. Это делает его более доступным по цене, чем все то же самое пройти со мной, то есть в несколько раз дешевле. И я отделила вот эту первую, вторую ступень, чтобы человеку было более доступно вот это все получить за какие-то более доступные деньги, чем индивидуально со мной. Потому что третью, четвертую ступень невозможно дать в записи, невозможно взять курсом. Несмотря на то, что даже этот курс в записи идет полностью с моей поддержкой, то есть на любом этапе можно со мной консультироваться, то есть это все равно такое живое обучение, все вопросы со мной можно обсуждать, я много чего дополняю в процессе вот такой личной переписки с человеком, да, аудио. Но вот тот рубеж, который начинается, да, вот по поводу ясновидения, его только индивидуально, потому что у всех индивидуальный язык общения со своим высшим я, и его невозможно дать по-другому, кроме как личной со мной работе. Понимаешь? Mm-hmm. То есть четвертая ступень в записи невозможна. А вот первая, вторая, пожалуйста, в записи это эффективно, просто потому что это обалденно работает. Это, я говорю, вот девочки учатся, получают очень крутые результаты и даже для себя чайные церемонии проводят. Mm-hmm. И даже умудряются там еще. Ну, я опять же говорю, это не совсем доученные люди, но это не моя ответственность, да, чего они делают. Но факт в том, что работает инструмент, несмотря на то, что в записи, и это просто дешевле, чем взаимодействовать, ну, чем все сначала индивидуально со мной. То есть это просто экономит. Да-да-да, ну можно в удобном каком-то режиме, да, своем смотреть, слушать каком-то, да, у всех же тоже разные какие-то темпы скорости обучения, потому что ты там говоришь о, ну, таких важных, серьезных, глубоких вещах, да, может быть, там кому-то нужно время, чтобы все это переварить, осмыслить, вернуться, вот, и все равно, там, он в записи, конечно, но все равно то, что ты потом поддерживаешь и можешь ответить на все вопросы, если что-то непонятно, это, более конечно, того, бессрочно. Да, то есть два-три года проходить этот курс запросто. Да, мне кажется, это прям, ну, это очень ценно, потому что иногда, знаешь, бывает, ну, там, чему-то учишься, да, спросите не у кого, и получается, что вот это вот, ну, стопорится обучение. Либо дают просто кураторов, а... Ну, да, нет, это тоже очень плохо. Да. А так, у меня пока есть возможность иметь прямую связь со мной, вот, поэтому это, конечно, прекрасно. Этим нужно пользоваться. Угу, хорошо.
Алена, можешь еще какой-то привести пример? Ну, так вот, может быть, такой бытовой, распространенный. Вот как еще работает чайная церемония? С какими, ну, какие вопросы можно решить? Какие проблемы? Мы поговорили о том, что это можно состояние менять, да, можно посмотреть про там, свой путь предназначения. Вот, ну, если мы говорим про первую, вторую, такую базовую ступень, базовые ступени. Вот, может быть, еще какие-то проблемы, сложности? Вот что можно в чайной церемонии решить, посмотреть, как-то нейтрализовать? Ну, смотри, вот знаешь, часто действительно к чайной церемонии приходят люди, которые уже практикуют что-то другое, там, кто уже является психологом, коучем. И вот часто такое возникает, проблема такая, да, что в создании каких-то своих продуктов, своих курсов или ну, чего вообще человек несет в этот мир, человек вот не видит, как бы, вот, а в чем я уникален, что я говорю, то есть вот человек буквально начинает говорить, но его мало кто слушает. Такой синдром самозванца, да? Что во мне такого особенного? Ну да, да, понимаешь? То есть вот его мало кто слушает, он и сам себя как бы не очень как бы уважает за то, что, ну и что, он либо пересказал слова другого человека, либо, ну, своим каким-то языком, либо там подсмотрел у других, кто как делает, и тоже сделал, да, такой. И вот сейчас, знаешь, вот мир, то, что я вижу, тенденции, да, что в помогающих профессиях тоже самое, да, есть такое, что вот больше слушают людей, которые имеют вот эту связь со своим Высшим Я, с Богом, и проекты, у которых идут уже вот с той вибрации, они другого уровня, они новой эпохи проекты. Mm-hmm. Это курсы, неважно что, или это человек консультирует, говорит с этого, или он записывает какие-то курсы, или что-то там, книги пишет, неважно. Но если человек это делает оттуда, то есть вот с точки, где он соединён со своим Высшим Я, то это уже совсем другое. У него нет вопросов про самозванца, у него нет вопросов про будут ли меня слушать или нет, а нужно ли это людям. Потому что человек как бы проявляет свою реализацию, которая абсолютно точно нужна людям, да, ну, то есть человек, когда начинает это взаимодействие, он понимает, он уже втягивается в это и понимает, что если свыше это пришло мне, вот, да, в моей медитации, в практике, в чайной церемонии, то это то, что людям нужно, я это должен воплотить, mm-hmm. да, то есть меня тоже часто спрашивают там, ты что планируешь? А я ничего не планирую. Понимаешь, не планирую дальше того, что уже я увидела, что мне нужно сделать. Mm-hmm. Допустим, я недавно почувствовала, что снова пришло время роскошное там провести, да, курс «Роскошное преображение». Но до того, как я это почувствую, на этого нет разрешения свыше. Бесполезно собирать группу, делать какие-то рекламы, афиши, я не знаю. Хотя этого не делаю уже лет 5, да? То есть лет 5 я вообще не занимаюсь никакой рекламой. Но когда это приходит, ты понимаешь, что раз оно пришло, значит, к этому есть разрешение, и все будет складываться. Понимаешь, о чем я говорю? А когда ты идешь просто от мозгов себе запланировал вот это тогда-то, это тогда-то, ну, как бы это совсем другая история, понимаешь? То есть раньше, чем приходит вот это свыше указание, даже смысла нет что-то начинать. И когда человек практикует, когда у него вот эта связь есть, он все свои проекты, все свои действия, все свои выступления или какие-то эфиры, он проводит, исходя из того, что вот согласовано это, знаешь, как на тонком плане с Высшим Я. И полученное деле разрешение, печать поставлена. Или рано, допустим, или еще время не пришло. Потому что очень часто вот человек что-то хочет от мозгов, но всегда все происходит легко и гармонично, только когда это уже под это есть Божий план. Понимаешь? Человек может сколько угодно вот башкой в стену долбиться, вот, потому что он так хочет. Вот он хочет туда. Но если этого нет, не создана для этого еще емкость вот это для него, то это будет с очень большой кровью.
либо не будет вообще. Угу. И получается, что... Что синдром самозванца, в общем-то, когда ты живешь, ну, в духовной жизни в согласии со своим предназначением, то в целом там как бы негде этому синдрому вообще появиться, потому что ты уверен в себе, ты понимаешь, что ты делаешь то, что должно, то, что тебе предначертано. Да. Возможно, это не то, что ты хотел, да, но это вопрос, почему ты это хочешь. Да? Может, ты там насмотрелся каких-то социальных сетей, думаю, что тебе тоже это надо. Но вот эта вот как раз чайная церемония, она тебя возвращает на свой путь. А когда ты на своем пути, то там нет ни страха, да, ни неуверенности. Ты просто делаешь то, что ты считаешь нужным. Да, да. Это помогает делать то, что тебе нужно делать по предназначению, а не то, что ты сомнил. Не то, что ты себе думал от мозгов. Когда что-то создается действительно уникальное и такое, что никто не делает, такое, что только ты можешь сделать, понимаешь? Вот в чем смысл, да? Что раз тебе это идет, значит, только ты это можешь сделать вот в том виде, в котором хотят от тебя. Поэтому здесь нет вопроса про самозванца, потому что ты доверяешь этому потоку, доверяешь то, что если тебе это пришло, значит, ты точно это можешь сделать. Это первое. Это первый такой очень важный момент, да? Второй момент, что если это пришло, это нужно людям. Мне нужно просто проявить это в той форме, в которой надо. Возможно, свою роль организатора как-то подтянуть, да, чтобы больше людей узнали о том, что я делаю. Но это, опять же, в чайной церемонии можно увидеть, там, какие именно роли тебе нужно подтянуть, какие именно энергии тебе нужно подтянуть. Но в общем и целом вот эта уверенность в том, что ты делаешь, появляется. Потому что когда ее нет, вот это вот... топать в поле без уверенности, ну, не знаю, это нужно быть паровозом прям, знаешь. Поэтому, мне кажется, это необходимо, если ты что-то, тем более, людям несешь какие-то знания. И... Если ты в целом работаешь с людьми, очень важно самому оставаться человеком в таком, ну, в глубоком смысле этого слова. Да, дорогая. В общем, вообще такой инструмент, который всем необходим, мне кажется, вот его такая универсальность, его доступность, его легкость, по-моему, сейчас уже, даже если у кого-то были вопросы и сомнения, я надеюсь, что мы благодаря нашему разговору прояснили все. Если что-то еще осталось, наверняка можно тебе, да, Алён, написать. Но, собственно, чайная церемония. Хочется теперь завершить чайную церемонию. Самой это начать быстрее практиковать, да? Да, 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 да. Посуду и практиковать для себя. Да, да, мне надо начать с покупки посуды и чая. Я посмотрела, теперь да, да, да. Вот, обязательно сделаю. Спасибо тебе за разговор. Полтора часа пролетели незаметно. Очень много всего обсудили, много. Я тоже как-то что-то еще что-то вспомнила, на что-то еще тоже посмотрела с другой стороны. Спасибо тебе. Благодарю тебя, на связи, обнимаю тебя. И буду всегда рада тебя поддержать в твоем изучении чайной церемонии. Спасибо.